Right to Life presents. Этот маленький щенок всю свою жизнь жил на улице, отчаянно желая получить ласку, полную любви, которая успокоила бы его отчаяние, и он, наконец, нашел любящего хозяина. Он бегал по улице и просил помощи у прохожих людей. Он смотрел своими грустными глазками, просил ласки и тепла, но его никто не замечал, люди просто проходили мимо. Он уже отчаялся, но тут случилось маленькое чудо. Однажды этот очаровательный песик встретил Десси, молодую женщину из Болгарии. От нее веяло светом, и он последовал за ней, не в силах остановиться. Она шла, и он не переставал преследовать ее. Было очевидно, что он устал жить на улице и хотел иметь семью, с которой он мог бы разделить всю любовь, которую он был готов отдавать и которую ему так необходимо было получить. Этот мохнатый малыш понял, что, возможно, нашел своего хозяина, когда она подошла к нему и дала ему несколько сосисок. С того самого момента он следовал за ней, куда бы она ни пошла, как бы долго за ней не пришлось идти и неважно куда. Ему хотелось только одного, теплого и уютного дома. Эта потрясающая встреча была запечатлена на эмоциональных кадрах, которые показывают нам огромное желание быть любимой, которое было у этой маленькой собачки. На изображениях мы видим, как мохнатый пес не упускает из виду девушку, которая для него стала его новой человеческой матерью. Взгляд этого щенка был настолько возвышенным и выразительным, что он не только очаровал Десси, но и тысячи людей, которые увидели эти кадры, сказали, что влюбились в этого щенка. Десси поняла, что этого бедного щенка бессердечно бросили на улице, и но он все еще не потерял доверие к людям. Десси продолжала гулять по улицам города, постоянно обращая внимание на своего нового пушистого друга, который продолжал следовать за ней, куда бы она ни пошла. Десси решила зайти в магазин и купить сосисок, чтобы накормить щенка, но этого было недостаточно, чтобы оставить после себя с опустошенным видом этого маленького мохнатого малыша. Десси продолжила путь домой, и щенок без колебаний последовал за ней. Ее дом находился очень далеко в горах, но это не было препятствием для собачки, идущей за ней. Наконец, когда Десси пришла домой и увидела, что бедный щенок безостановочно следовал за ней, и задумавшись, она поняла, что ей ничего не остается, как усыновить его и сделать частью своей семьи. Она открыла дверь своего дома, чтобы этот пушистый друг мог успокоиться, и его страхи исчезли раз и навсегда. Она терпеливо ждала, пока он решит самостоятельно войти в место, где сможет прожить остаток своих дней, получая много любви, заботы и внимания. Десси показала ему, что в его новом доме все будет хорошо. Для начала она его досыта накормила. Затем хорошенько его помыла, вытерла и погладила, чтобы он чувствовал себя дома в безопасности. Наконец, он сытый и чистый после долгого пути захотел спать. И это, несомненно, был лучший сон, который у него когда-либо был за долгое время. Теперь он больше никогда не останется один на холодной улице. Теперь у него есть теплый дом, любящие хозяева и много, много счастливых моментов в жизни, которых ему так не хватало. Поделитесь этой эмоциональной историей, которая дарит нам чудо любви, щедрости и солидарности. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал. Вместе мы сделаем мир чуточку лучше.